Спасибо огромное. Следующая пьеса называется «Притча во языцах». Thank you.
надеюсь, такая экспрессия вам не очень мешает разговаривать, общаться. Ну, мы сейчас немножко спокойнее сыграем пьесу, называется она. Ну, да. Называется «Тропинка к морю». Это у меня есть небольшая дача на Азовском море. Сейчас это уже Россия, а в прошлом был Крым. То есть Украина принадлежала, Крым Украине. И вот по этой тропинке, прогуливаясь, навеяло мне эту композицию. Так что предоставляем вашему вниманию. Thank you.
Спасибо огромное за теплое понимание. Следующее. Сейчас, после такой прогулки по тропинке к побережью Азовского моря, мы переходим к небольшому легкому экстриму, и прозвучит пьеса по названию «Light Extreme». Thank you.
Хотел бы представить музыкантов. По левому фронту у нас виртуознейший бас-гитарист, играющий на всех видах бас-гитар, в том числе и шестиструнные, и пятиструнные, Алексей Заволокин. На переднем плане у нас выдающийся саксофонист, играющий на теноре и на сопрано. Это Тимур Некрасов. В центре нашей сцены находится музыкант, играющий во всех направлениях современной джазовой, эстрадной и фьюжновой музыки. Это Федор Андреев. И сзади на правом фланге находится Константин Кокорин, играющий на гитаре. И в прошлом он играл даже на скрипке, если не ошибаюсь. В следующих концертах он вам покажет все мастерство на другом инструменте. Евгений Ревнюк – автор проекта Labor Band, что означает лаборатория Евгения Ревнюка. Спасибо. И плавно первое отделение мы завершаем яркой пьесой в стиле этнического джаза. Называется она «Лихой наездник на халтыкинском скакуне». Все есть, так что немножко вы отдохнули от громких звуков, и теперь мы начинаем.
небольшой перерыв, 10 минут. Кто заинтересовался данным проектом, можете подойти ко мне, я вам покажу два CD-альбома деления пьесы «Килиманджаро». Thank you.
Следующая композиция имеет название «Пазл», что в переводе «Загадка». К нам присоединяется великолепный трубач-флюгель-гарнист Роман Иванов. Он сыграет несколько композиций с нами. Thank you.
с Афтиной. Алексей из Волокин Слэп. Федор Андреев, барабаны, айфон, пятый. Константин Кокорин, гитара. Красный цвет. Теперь обещанный сюрприз в виде молодой талантливой девицы, участницы проекта «Голос» второго созыва. Встречайте, Алина Чувашова. Summer Night. Летняя ночь. Ностальгия по лету ушедшему. Маленькая техническая заминка. Через 5 секунд. Приступим. Здравствуйте, дорогие гости.
Еще раз спасибо. Так, я вас не покидаю, я к вам еще приду. Алло. У нас сегодня Алексей уезжает на гастроли, у него самолет через полчаса. Так что мы сыграем три пьесы за три минуты. Так, следующая есть какая? Суздравь, да? Это песня южный Soul Drive. Я посвящаю Батырхану Шукенову. Thank you.
Наш концерт плавно подходит к концу. Я даже не знаю, сыграть ли нам медленно или в конце ее сыграть. Хорошо. Счастливые моменты. Алина Чувашова. Да. Слова Александра Шевцова. Музыка Евгений Ревнюк. Thank you.
Итак, поскольку рейс недалеко, уже близко совсем на самолет, мы быстро, в убыстренном темпе сыграем последнюю композицию «Три лепестка» — «Sweet Petals».
Спасибо огромное. Группа Leather Band. Алексей Заволокин, торопящийся на самолет, бас-гитара. Тимур Некрасов, саксофон, тенор. Федор Андреев, барабаны, ритм-машина. Никитин Кокорин, бас, гитара с драйвом и без драйва. Алина Чувашова, вокал. Евгений Леонид, автор проекта. За пультом режиссерским Слава. И Роман Иванов, конечно же, где-то он нас потерял. Но мы о нем не забудем. Так что следите за рекламой, приходите на наши концерты. Кто заинтересовался дисками, подходите, я вам покажу. До следующих встреч, спасибо.